Ждет большой скачок от человечества. Вот уже почти 2,5 миллиона лет она терпит от человека разумного причинения вреда, такие как убийство животных, снос лесов и пожары, выбросы в атмосферу из труб фабрик и электростанций. В частности, при сжигании нефти, газа и угля в атмосферу попадает так много углекислого газа, что Земля скоро быстро начнет нагреваться из-за парникового эффекта. Загрязнение мусором приносит вред не только природе, но и ее обитателям. Ведь все, что выбросит человек, съедает животное.